Вот такие красивые маковые поля здесь есть. В Польше. Бонька тут нас гоняет. Валяется, прыгает, бегает. Но на фотосессию с маками не хочет. Бонни! Бонни! К ребятам помчалась. Новая шлейка у нас. Счастливый пес. Сегодня мы приехали к руинам замка Чиссы. Бонни. Так, Паша там где-то с ребятами. Вот, такие красивые руины вообще там. Наверху можно подниматься, смотреть. Еще вон в ту сторону. Такой немаленький замок был. Руины тоже немаленькие остались. Красивое место. Недалеко от Вроцлава, 70 километров. Для Бонни, конечно, уже очень жарко. Еще и до этого парка, до замка мы шли по солнцу. Где-то, наверное, метров 800. Бонни в ее черной шубе, конечно, тяжко. Место красивое, советую посетить. Еще недалеко от Вроцлава можно посетить вместе с замком Кщонш. Мы попозже как раз еще поедем к замку Кщонш. И сниму еще видео от замка. И... еще там руины замка Старый Кщонш. Надеюсь, сегодня тоже посмотрим, так как оно все в одном районе, так скажем. Вот так вот. Так, следующее видео будет, наверное, где-то дальше. Вот наши ребята. Новые знакомые. И Паша идет. Все, до следующего видео. Вот, заехали мы на территорию замка Кщонш. Оставили машину на парковке. Кто еще не был, 10 злотых стоит на целый день парковка рядом с въездом в замок. Вот, под открытым небом паркинг, как и везде здесь. Вот сдалека увидели эти красивые кусты, цветущие. Решили подойти. Сейчас еще пойдем, там есть смотровая площадка. Мы сразу туда, а потом пойдем уже. Потом пойдем уже к самому замку. Бонька довольная. Красотища. Так, ребята, вон там наш. Наверное, следующее видео будет со смотровой площадки. Всего до следующего. Так, вот и подошли мы на пункт Видаковый. Но народу много, а места мало, чтобы посмотреть. Сейчас так с краешку, потому что с Бонни я далеко не пройду. Хочешь фоточку, как в Титанике? Подержи меня, пожалуйста, а я сниму. Ребята, я еще и видео вам сниму. Не, не надо. Красотища. Сейчас еще погуляем по территории. Бонни, не прыгай на меня. Так, все, до следующего видео.
Так, вот и сам замок Кшонш. Солнечный очень день, поэтому так не очень хорошо видно, но вот такая вот лужайка тут перед замком. Да, конечно, очень красиво. Территория огромная возле замка, красивая, с разными тропами, куда можно пройти, достопримечательностями. Красивый замок. Так, вот. Пройдемся, сейчас еще посмотрим. Такая вот красота. Да, вид, конечно, открывается из замка такой зеленый. Это шумит вода? Какой-то ручей, водопад. Где-то глубоко в деревьях. В общем, вот такой вот замок Кшонш. Очень красивая территория. Вход 40 злотых в сам замок. Вот. Можно приезжать на целый день гулять по территории. Всем советую. Все. Хороших всем путешествий. До следующих видео. Пока-пока. Пока.